Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, в этом эпизоде я буду эволюционировать всех покемонов, которые прокачиваются с помощью трейд-машины. Сейчас мы, в принципе, ребята, приступим к этому. Я, если честно, не знаю, как называется их эволюция, поэтому я буду смотреть, как они называются. А в Покедексе случайно нету? У нас же вроде где-то и Покедекс должен был быть. Сейчас. О, а ну, сейчас мы посмотрим. Райхорн. 111. Где он? Вот, Райхорн. Тут у нас Райдон, да, но вот как бы не показывает их эволюции. А, да я так не знаю. Магмар. 126. Ну, как бы, да, их эволюции есть, но... Вот эти, Сайтер, Электробас, Магмар есть, но их не следующей эволюции нету. Как бы, не открыты, да, поэтому, ребята... Будем мы не так эволюционировать, да. Так, сейчас. Буду я смотреть, ребята, потому что я реально не знаю, как они там называются, вот эти все эволюции. Сначала давайте все это поставим в компьютер, что там у нас есть в инвентаре. И приступим к эволюциям. Сейчас, вот то, что Раркинди, я не знаю, хватит ли. Хотя, должно, в принципе, хватить, я так думаю. Сейчас, может, еще где-то, если тут, например, будет... нет, покемона босса нет, ладно. Так. Забыл я еще вот этот камень эволюции. Сейчас. О, да-да-да, там есть еще один покемон-босс. Ух, красный. Может, за него там еще парочку уровней даст. И на... Это... О-о-о-о. И на пару уровней меньше нужно будет. Ну, Раркенди, да, использовать. Не, ну, в принципе, нормально. Так дала уровней, да? Уже, как бы, мне кажется, меньше будет использовать Аракенди, да? На пару штук. Так, сейчас. Так, отлично. Ну что, ребята, поехали. Сейчас мы будем их прокачивать. Так, сначала давайте... так и поставим их в компьютеры, те, кого потом эволюционируем. Возьмем Сайтера и возьмем Электробаза. Да, так, ну, Мачопа еще нужно пару уровней Мачоп прокачать ему. О, один уровень, отлично. Мачамп, или как он там сейчас будет называться. Сайтер, 49 уровень. Ну, давай. Мачок. Да, Мачамп — это последняя его эволюция. Ну, ладно. Так, вот он. Отлично. Сейчас Райхор. Сколько там тебе еще осталось? Че это бэкпаки выпадают? Нет.
Ну тебе, я так думаю, ты где-то на 40-м, на 42-м, да? Да. Отлично. Так, сейчас. Сейчас посмотрю, какие тут есть эволюции. Ну, в принципе, покемонов, да? Так, отлично. Райдон. И сейчас Электробас. Ладно, все, поехали, ребята. Мачок. У нас будет Мачампом, да? Ну, в принципе, как я говорил, ребята, мы сейчас будем вот так все это эволюционировать. Берем компьютер и берем мастерболы, чтобы сразу их ловить, а не ловить с помощью ультраболов, да? Ну, как бы, это, ребят, не читерство, что я беру мастерболы. Ну, как бы это, чтобы сразу словить, и что я буду их спамить и ловить. Потому что я не эволюционирую с помощью вот машины, которые передавать, да, ну, как бы, не могу я вот так заспамнить их, как бы эволюционировать с помощью той машины, поэтому будем мы делать вот так. Так, мачок. Мачок, вот он. 28 уровень. Его мы, ребята, удаляем. И спавним Мачамп. Вот он, ребята. И ловим его сразу. Ну, конечно, он там 60 уровень, но это как бы... Я не знаю, может там и можно уровень его заспавнить. Ну ладно, пускай уже так будет. По-другому я его, их никак не прокачаю, поэтому вот, был у нас мачок, да, стал мачамп. Отлично. Сейчас у нас сайтер. 49 уровень, его мы, ребята, удаляем. И спавним... Окей, спавним... Так, да. Отлично, ловим их. Его, кого их. Ну, вот и сейчас, например, Сайтер у нас был 49 уровень, да, заспавнился его следующая эволюция 26 уровень. Поэтому... Отлично, вот мы его словили. Реально офигенный покемон. Сейчас у нас Райдон, 49, 42 уровень, его мы удаляем. И спавним... Рай Перри. А. Как пишется сейчас? А. Так, да. Ух, какой ты мелкий. Так. Отлично. Вот мы его словили. Второй уровень. А был у нас 42, а сейчас второй уровень. Ну как бы, ладно, пускай. Вот он. Офигенный тоже такой покемон. Сейчас давайте, ребята, электробаза. 30 уровень. Его мы удаляем и спавним. Как он там называется? Спаун электривайв. Нет. Как это твою сейчас? А. Да твою же мать, да... Элективир. Ах, или его вообще нету. Он, да вроде должен быть. Элективир. Вот он, охренеть, это имя. Так, кто там у нас еще есть, кого можно эволюционировать? Вот так. А вроде больше никого. Нет, или еще один какой-то должен быть. Вот этого, я не знаю, есть ли. Красный. Вот этого, думаю, нету. Или есть.
Хрен его знает. Вроде нет. Так, ладно, сейчас. Вот он. Ух, что-то я сейчас. Вот так. Элективайр. Вот это реально офигенный покемон. Так, его, вот этих мы, ребята, сейчас поставим в компьютер. Отлично. И сейчас кого мы еще можем прокачать? Вот с помощью как бы обмена, да. Вот тебя мы вроде можем прокачать. И вроде больше никого. Я не знаю, ребята, если еще есть кто-то, кто эволюционирует вот с помощью обмена, пишите, ребята. Потом мы его эволюционируем. Кадабра, вот, реально. Ну, Хантер как бы у нас уже эволюционирован. Генгар, точнее. Да вроде все. Больше нету. Да, больше нету. Ну, я так думаю, ребят. Если есть, пишите. Так, Булдор. Сейчас, какая у него там эволюция. Так, его мы, ребята, удаляем. И спавним. Вот она. Ух, охренеть. Ну, такой какой-то покемон. Прикольный тоже, пускай будет. Давай. Вот. Такой реально офигенный. Ну как бы вот то, что мне нравится, что вот в таких уже покемонах уже проработанная текстурка, да. Так, Кадабра. 43 уровень, его мы удаляем. И отлично. Палаказам. О, покемон босс. Вот этого покемона у нас даже нету. Так. Вот он, Алаказам. Отлично, ребята. Вроде мы эволюционировали всех покемонов. Вроде. Не словили мы его? Вот того. Так, ну сейчас я еще раз посмотрю. Вдруг кого-то пропустили. Ну, вроде все. Вот, голем как бы уже эволюционированный, да. Больше, я так думаю, никого. Вот этого. Вимс. Фиг его знает, есть ли у него еще эволюции. Не знаю. Сейчас посмотрю. Но это, я так думаю, что нет. Ну, хотя я не знаю. Я так думаю, но... Я не знаю. Ладно, так, еще кто тут есть? А вроде все, ребята, действительно, больше нету. Нет, все. Вот Хорси мы словили, отлично. Так, ребята, нет больше эволюции. Ну, может есть, еще раз скажу, кто знает, напишите. Пожалуйста, а, так, сейчас. Так. Отлично, ребята, эволюционировали мы вот этих покемонов, которые нужно было эволюционировать, да. Сейчас. Где мы поспим? Так. Сейчас возьмем на прокачку. Давайте возьмем вот этого, да. Вот этого. Вот этого. И кого бы еще взять? И вот тебя. Отлично. Вас мы прокачаем.
нужно прокачать. Так. Сейчас, ребята. Отлично. Так, ну что, пойдем и дальше прокачивать. И, в принципе, нужно ловить покемонов, да, так как опять уже нету кого прокачивать, и нужно ловить, да. Так, сейчас давайте, в принципе, вот этих прокачаем, которых мы можем сейчас прокачать. Вот этих четырех. Так, 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 так. Кто тут какой-то большой уровень? Ух, сколько вас там? Вот это 21-й, как бы небольшой уровень, да? Но все же. Нужно реально потом пойти еще орк один взять, чтобы их прокачать. Так. Кто тут еще есть? Так. Так, там, да, о, да, вот этих можно. Мы что, еще одну удочку выбили? Или я... Нет, так, а... Как мы ее могли выбить? Откуда она у нас появилась, ребята? Или это... А я, походу, знаю откуда. Я не уверен, но... Ну, просто мы покемонов-боссов не убивали, а она как-то у нас появилась. Это, походу, когда вот в у тренера выигрываешь, да, то тебе дается удочка, как бы. Хрен его знает. Это... Я не знаю, я просто так говорю. Я так думаю. Потому что второй раз откуда-то она появляется, я не знаю откуда. Я сначала думал с покемона босса, но сейчас мы вроде никого не убивали. Так. Ну давай, давай. Отлично. Так, сейчас. Вот, удочка. Я не знаю, откуда она появилась, реально. Я просто как-то даже не заметил, да, что она появилась. Вот сейчас откуда-то появилась. Так. Нужно прокачать вот этих. Хорси. Тебя нужно. Пунита, я не знаю, приблизительно. Ну, приблизительно где-то на 40-м, 42-й уровень, да? Где-то вот так. Приблизительно. А чё, я на какого-то тренера вот это кинул? Так. Ух ты, и как я сейчас вот тебя, кем бы тебя убить? Вот ты, а ну. Во. Отлично. Так. Так, кто тут еще есть? Так. Чуть я больше никого не вижу. Вот там есть какие-то. Вот. Так, отлично. О, что там? Ну, пускай. Кто тут еще? Вот тебя можно. Вот тебя тоже можно.
Ну ты, в принципе, не очень большой уровень, но все же. Так, ребята, как я понял, на тренера вот этих лучше не нападать. Я на них нападаю, и мне Майнкрафт каждый раз вылетает. Ну, не каждый, как бы, иногда, да? И потом записи обрываются, выскакивает ошибка, и нужно их обрабатывать, и немного видео, как бы... Как я понял, лучше все-таки на тренеров не нападать. Так как реально я нападаю, потом зависает и просто выкидывается. Так что лучше все-таки без шеи, как бы, каких вот, без тренеров, да? Потому что реально, почти что каждый раз вот выкидывает. Ну, не каждый, да, но все же. Ух ты, громила. Так. Хорси, Хорси 25-й. Ну, если что, у меня еще есть 8 раркенди, ну, как бы, можно еще купить. Так, тебя. Ух, опять 25 уровень, охренеть. А ну, кого там вытащу? Краби. А ну еще раз. Ну? Ну давай. Кого-то там. Первый покемон сразу словился, а второй вот. Ну? Опять краби, да ты еще прикалываешься? А ну, ну давайте еще одного. Хотя нет, все. Ладно, давайте все-таки, ребята, на этом уже закончим. Действительно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.